Социальные объекты в Курской области по-прежнему в центре внимания. Новейшее оборудование продолжают получать школы и больницы. Только в этом году финансирование программы модернизации здравоохранения составит 1,2 миллиарда рублей. Деньги направляются на капремонт и закупку оборудования для лечебных учреждений. Больницы пополнят 750 единиц медицинской техники. 33 медучреждения до конца года будут отремонтированы. Современное лабораторное оборудование поступит в школы районов и городов уже в нынешнем учебном году. Такое переоснащение начальных классов обойдется более чем в 30 миллионов рублей. Комплекта для спортивных залов – 28 миллионов. Будет приобретено компьютерное оборудование на сумму 43,5 миллиона рублей. Еще более 20 миллионов истратят на пополнение фондов школьных библиотек. Проект модернизации образования продолжится до 2013 года. Уже в следующем сумма субсидий из федерального бюджета по сравнению с текущим годом будет утроена. Софинансирование предусмотрено и в рамках областной целевой программы «Развитие образования Курской области».